Награждение весовой категории 60. Нарожение будет производить Евгений Николаевич Садчиков и сестра Арсена Валентина Викторовна Арсенова. Евгений Николаевич, заместитель Донецкой областной организации ветеранов Союза Афганистана. Серебряные медали. Серебряные медали награждаются Иван Арик, а золотую медаль награждается Эдуард Ларгидов. Приглашается седьмая пара, весовая категория 69 килограмм. Алексей Козлин Заде, Полтава, и Игорь Иванченко, Донец.
13-му отдыхает Казим Заде Алексей, 94 года рождения, мастер спорта Украины. Представляли город Комсомольск. 7 лет занятия боксом, 120 боев, 105 побед. Международных боев провел 15, из них вышел 13 победителей. Придет первым чемпионата Европы в Сербии. Тренируется под руководством Середницкого Александра. Спортивная цель Алексея – стать олимпийским чемпионом. Я хочу представить вам спонсора нашего турнира, спонсор. Это натуральная природная вода «Аквариус Актив». Вода для активной жизни. Игорь Иванченко отдыхает в синем углу, 94-го года рождения, мастер спорта, Донецк, спортивный, представляет спортивный клуб «Олимпик». 6 лет занимается боксом, 89 боев, 79 побед, 10 международных средств, не вышел победителем, чемпион Европы 2010 года. Тренируется под руководством своего отца Юрия Иванченко. Спортивная цель Игоря – стать чемпионом мира. Thank you.
Я хочу представить...